Привет, друзья! 30 октября прошла встреча любителей кукол Monster High и Ever After High. Мы все хорошо повеселились, пообщались, а те, кто участвовал в конкурсах и розыгрышах, получили хорошие призы. На встрече в конкурсе дефиле мы видели много классных и устрашающих костюмов, ведь тема встречи была Хэллоуин. Теперь же я рада пригласить вас на предновогоднюю встречу 11 декабря. Как я уже сказала, она состоится 11 декабря в 12 часов дня в Москве. Метро Китай-город, Старосадский переулок, дом 5, дробь 8, строение 6. А на встрече пройдут конкурсы и ярмарка. На ярмарке ты можешь купить себе или в подарок своим друзьям или родственникам кукол новых и старых коллекций, а также кукол ОАК, одежду или обувь для кукол и различные аксессуары. На прошлой встрече проходил конкурс создания костюмов для мрачной Алисы, но, к сожалению, работ участников было очень мало, и мы продлили конкурс. Если ты умеешь шить, то обязательно поучаствуй в этом конкурсе и сшей свой вариант костюма для мрачной Алисы. Свои работы публикуй в конкурсном альбоме в группе «Встреч ВКонтакте» и приноси его на встречу 11 декабря. Участвовать в этом конкурсе также могут и иногородние участники. Подробнее о конкурсе читай в группе ВКонтакте. Вплоть до встречи проходит конкурс видеоприглашений. Если ты любишь снимать видео и хочешь поучаствовать в этом конкурсе, то тебе нужно записать видеоприглашение на встречу 11 декабря для всех своих зрителей и подписчиков и выложить его на своем канале или страничке ВКонтакте. Создатели лучших видео получат возможность посетить встречу 11 декабря совершенно бесплатно. А также автор лучшего по результатам голосования видео получит новую куколку в коробке Мишель Мермейд. Более подробно с конкурсом ты можешь ознакомиться в группе ВКонтакте. Уже традиционно на наших встречах проходят конкурсы дефиле, когда наши участники показывают свои интересные костюмы на сцене. К сожалению, в этот раз у нас не будет сцены, но конкурс мы все равно проведем. На встрече 11 декабря приветствуется новогодняя тематика. Для участия в конкурсе дефиле присылай свою заявку по этому адресу. Количество мест участников в этом конкурсе ограничено. В самом начале встречи состоится викторина по мультфильму Ever After High «Заколдованная зима». Смотри мультфильм, готовься к викторине, участвуй и побеждай. Также на встрече состоится небольшая игра под названием «Монстрические превращения». Суть игры ведущая тебе расскажет во время мероприятия. Скажу тебе лишь то, что эта игра заставит тебя вспомнить многих персонажей Monster High и Ever After High. А в конце встречи пройдет лотерея. Эту лотерею мы проводим, подводя программу к концу. За каждые 500 рублей при покупке на ярмарке у какого-либо продавца ты получишь небольшой лотерейный билетик. На них нужно будет написать свое имя и фамилию и кинуть специальную коробочку, которая будет у ведущей. А сам розыгрыш состоится ближе к концу встречи. О призах мы расскажем тебе чуть позже в нашей группе. А еще все конкурсы будут действительны только если будет как минимум 10 работ участников. Ну, надеюсь, я ничего не забыла упомянуть. Ссылки на все конкурсы я оставила в описании к этому видео и в первом комментарии. Мне остается сказать, разве что следи за новостями в группе и приходи на встречу. До встречи в следующем видео. Пока!